Боже мой, кому-то же повезло родиться вот в этом доме. Голубая, синяя, светлая, голубая, зеленая, опять белая. Тут не знаю, что. Что это такое? Дальше синяя. Офигеть, какая форточка. Саша, иди сюда, посмотри на форточку. О май гад, что это? Это, наверное, от пауков. Что паук испугался. Саша, а это сюда, Саша, что это такое? Это, может быть, C4. Это, наверное, они с Путиным разговаривают. Алло, алло. Алло, алло. Путин, ты когда к нам придешь? У нас тут срочная вечеринка намечается. Лавров, Песков тоже приглашены. Вон улица 8 марта, 19. Прошу вас, прием, прием. Путин, ты нас слышишь? Такой Путин. Я приезжаю через 2 часа, чтобы тут лежал тротуар. Ну, Путин, ну прям тротуар через 2 часа. Конечно, нет. Смотрите, но зато у нас есть, так сказать, это вазочка. Вазочка. Хотите красивую вазочку? Да. Видите, люк, чтобы вы не грохнулись внутрь, понимаете? Камушки положили для удобства или красоты, или для верности. Понимаете, главное, что не залазьте в форточку, потому что как бы форточка не выдержит и упадет. Представляете, какое счастье иметь такой переговорный пункт с Путиным. Пиздец. Пиздец. Запомнили, да? Главное, написали в 2 местах, чтобы, ну, если тут не заметит, заметит тут. Видите, сюда не посмотришь, значит, сюда посмотришь. Видите, логично же, правильно, в 2 местах написать одно и то же. А это что? Еще приемный пункт для писем. Это, наверное, когда с того света орки пишут, у нас все хорошо, у нас все доброе, да? Это вам ваши мальчики пишут? От Кобзона привет передают? Пиздец.